упражнения средняя дельта. Для выполнения этого упражнения нам понадобится гантель. Упражнение будет состоять из двух блоков. Первый основной, второй добивающий. Итак, основной блок. Присели, забросили гантельки, локтики развели в сторону, выполняем по дуге, соединяем гантельки за головой. Внутренняя поверхность гантелек направлена вниз. 2, 3, 4, 5. Опустим. Взяли следующий вес, опять-таки гантельки. Внутренняя часть повернута вовнутрь. 1, 2. Левая ножка впереди. 3, 4, 5. Итак, доходим до 1 килограмма. И выполняем 15 повторений. 1, 2, 3, 15. Упражнение закончено.